Программа, пункт 3.6, это программа протидії СНІДу, ВІЧ, туберкульозу, гепатитам та наркоманію міста Одесі на 2021-2023 роки була не прийнята у зв'язку з тим, що не хватило голосів. Именно не поддержали фракция «Европейская солидарность», не поддержала политическая платформа «За життя». Не выступили, значит, я выступила прям со слезным, я бы даже сказала, выступлением, аргументируя, почему нужно принять данную программу. Что, в чем, чего касается конкретно? Это тестирование, диагностирование и лечение гепатита С. А именно, люди получают полный расширенный анализ после того, как они получают позитивный статус по гепатиту С, делают расширенный, подбирают лечение и назначают препараты. Значит, то, к чему грозит, это только гепатита касается, то люди, которые получали лечение, то в 2021 году они должны будут приостановить лечение и не получить его. Что это касается людей? Значит, если они получали терапию на 3 месяца, 6 месяцев, вот они получили 4 месяца, а еще 2 осталось им дополучать. Люди остаются без препарата. Соответственно, прерывается лечение, и все лечение, которое было до, получилось не совсем позитивно. То, что происходит, люди, которые стояли в очереди, а очередь в городе Одессе 71 человек, то они, следующие люди, не получают лечение. Государственная программа, к сожалению, не работает так, как нужно в этом направлении. Нет единой статистики по заболеваемости гепатита С. Кто получил лечение, кто нет, кто знает о своем статусе, кто не знает. То есть сегодня мы, фактически некоторые депутаты, не поддержав это, лишили людей лечения гепатита С в городе. Что кроме этого происходит? Это тестирование всех людей на ВИЧ. Что было хорошего по программе Fast Track за 3 года до этого? Диагностировались все. По любым показаниям было диагностирование. Выявили 96% людей из тех, кого диагностировали, и из них 93% поставили на лечение. Сегодня приостанавливают, получается, ту статистику, чтобы узнать, сколько же реально людей сегодня в Одессе больны ВИЧ, и сколько людей из тех больных, которые реально больны ВИЧ, получают антиретровирусную терапию. Чем это важно для города? Если человек знает свой ВИЧ-статус, он получает антиретровирусную терапию, и он прекращает быть опасным для общества. Он не распространяет ВИЧ в городе. Таким образом, что происходит? Мы не хотим узнавать. Ну, некоторые депутаты показали позицию, что они не хотят знать, сколько людей в городе болеют ВИЧ, и сколько людей из заболевших ВИЧ будут получать антиретровирусную терапию. Чем еще губительно? Один из разделов – это было протодия наркомании в месте Одессе. И все те интервенции, которые предлагала рабочая группа, наработав по наркомании, а это и профилактика в школах, работа с родителями, это и ранняя профилактика семей, у которых был там бабушка, дедушка, кто-то в семье, кто употреблял наркотики. То есть всю наработку тоже не приняли. Чем это чревато? Ну, это значит отойти опять на 5 лет назад, столкнуться с тем, что будет стигматизация ВИЧ-инфицированных. Это опять незнание людей, которые реально болеют гепатитом. Это не поддержка людей. Я уже не коснулась туберкулеза. Если я коснусь дальше вопроса туберкулеза, это выдача туберкулина, это БЦЖ, это поддержка питательными наборами продуктов питания людей, которые болеют с туберкулезом, и это по программе. То есть сегодня мы построим детские сады, мы построим дороги десятки, но ходить, если будет рост инфекции, будет расти, им будет некак. Поэтому я надеюсь, что я продолжу работу с депутатскими фракциями, депутатскими группами, отдельно с каждым депутатом. В прошлый раз программу приняли после 36 заседаний с разными депутатскими группами. Если надо будет провести больше, я проведу больше. Но я объясню, что это жизни 22 тысяч оценочного числа только. То есть это прям кусочек айсберга людей, которые живут в городе Одессе. Просто чтобы послушать цифры, цифры то, чего для города миллионника, я скажу о том, что, о чем просила комиссия по здравоохранению. Общая сумма финансирования на 2021 год – это 15 693 тысячи. На такие вопросы, как ВИЧ, туберкулез, гепатиты, наркомания в городе Одессе. То есть общая сумма за 3 года – 46 492 тысячи. Это ну, сегодня принимали некоторые программы, где не касается здоровья и жизни людей, и там суммы были гораздо меньше. Но я думаю, что это
даже не то, что депутаты не разобрались, это то, что этот вопрос не популярен. Считают, что обязаны делать все доноры. Но доноры уже показали свою позицию, что это ответственность городов, это ответственность государства. И мы не можем все время требовать у глобального фонда, у других больших фондов, чтобы они финансировали данные вопросы. Это ответственность за наших горожан. Да, я обещаю, я знаю, что я буду это делать до следующей сессии. Я проведу максимум встреч, чтобы объяснить каждому депутату, отдельно каждой депутатской фракции, о том, в чем важность этого вопроса. И объясню, привлеку помощь иностранных доноров, которые работают, чтобы они также могли провести разъяснение.